Муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в прохожих сеет страх. Воют воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. В заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут да икоты и на дно уволокут. Будь ты конный, будь ты пеший, загробастают. Но лешие так по лесу и шастают. Страшно, а жуть. А мужик-купец или воин попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лес. По причине попадали, без причины ли.
только всех их и видали, словно сгинули. Страшно, из Заморского, из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом. Поделиться приехали опыта. Страшно, а жуть. Соловей разбойник главный им устроил буйный пир. От них был змей трехглавый и слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели пульники, танцевали на гробах богохульники. Раскачивать его, выводи, разбойник девок, пусть покажут кое-чего, пусть там лешие попляшут, попоют, а не то я, матерь вашу, всех сгнаю. Страшно, а жуть. Соловей разбойник тоже был не только лыком шит. Гикнул, свистнул, крикнул, рожа, гад заморский бразит, убирайся, без боя уматывай, и вампира с собою прихватывай. Страшно, а жуть. Все взревели, как медведи, натерпелись сколько лет, ведьмы мы или не ведьмы, патриотки или нет, налюбили мы и штыклей. Отоварил всей, а еще на наших женщин позарилась ей. Страшно, а жуть. А теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть груди в груди и друг друга извела. Прекратилось навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно и не страшно ничуть. Разве по чуть-чуть. Говорят, целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезла, ну шо и ты непотребная. Может быть, зеленый змея, может, крокодил. Но если я чё решил, я выпью, да обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. Оно зеленое, пахучее, противное, бегало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пение заунывное, и видение оказалось грубым мужиком. Но если я чего решил, я выпью, да обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. Ведь если было бы у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами, а тут вспомнил детский детектив старика Хоттабыча и спросил товарищи, как тебя зовут. Ведь если я чего решил, я выпью, да обязательно. Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Так что хитрость говорю про свою Иудину. Прямо, значит, отвечай, кто тебя послал, кто загнал тебя сюда, видную посудину. От кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор, я не шпион, я вообще-то дух. И за свободу, за мою, заходите, ежели вы, и забью для вас любого, можно даже двух. Тут я понял, это ж джин, он же может многое, он же может мне сказать в раз озолочу. Ваше предложение, говорю, убогое, морды будем после пить, я вина хочу.
после чудеса. По такому случаю я на небес творец хочу, ты на то и без. А вот не мы таким делам вовсе не обучены, и кроме мордобитеев никаких чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, ну и дух в амбицию стукнул раз. Специалист, видно, по нему. Но я, конечно, побежал, позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху бросили в черный воронок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается. Чем в бутылке, лучше уж в бутырке посидеть. Ну а может, он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть. Только смотреть, а потом домой. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнилиды, из плесени бальзам извлечь пытаетесь и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы да извлекаетесь, пока гниет, плесневеет картофель на корню. Значит, так автобусом до сходни доезжаем, а там рысой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда сальцой ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите здесь свой патриотизм. А то вы всем кагалам там набросились на опухоль, собак ножами режете, а эндобандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, ядрит и анхидрит. Садитесь-ка в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит. Значит так, полуторки, к Тамбову доезжаем, а там рысой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда сальцой ее намять. К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми славно тут разместимся и скажете потом, что Бог, мол, с ними, с генами, Бог с ними, с хромосомами, мы славно поработали и славно отдохнем. Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, ньютоны ненаглядные, любимые до слез, ведь лягут в землю общую останки наши бренные, земле ей все едино, апатиты и навоз. Так приезжайте, милые, рядами и колоннами, хотя вы все там химики и нет на вас креста, но вы же ведь там задохнетесь за вашими этими синхрозотронами, а тут места отличные, воздушные места. Значит так, в Кузьминке метро доезжаем, а там рысой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда салицой ее подать. Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые, коль что у вас не ладится, но там не тот эффект,
мы мигом к вам заявимся. С лопатами и пилами денечек покумекаем и выправим дефект. Псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советской. Человек Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, щелкал носом, в ём был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете представлял он в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордиться. Коллектив, клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой ум стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал. Театр, хац! Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был тока, написал фиктивный чек. И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку советский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян. И мехотел. Вот и первое задание в 3:15 возле бани. Может раньше, а может позже остановится такси. Так надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И
еще побрейтесь свеже. И на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон взрывчатки, принесете мне потом. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, но в Чикаго много женщин и машин. Враг не ведал. Дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Ну а этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер, он жестоко просчитался, пресловутый мистер Брек. Обезбрежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек. Обожаю
опасаясь контрразведки, избегая жизни светской. Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советской. Человек Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, щелкал носом, в нем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете искажал он в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордиться. Коллектив, клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой гум стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек. И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути из панталыку не советской. Человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание в 3:15 возле бани. Может раньше, а может позже остановится такси. Так надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора. А потом про этот случай раструбят по BBC. И еще побрить свеже, и на выставке в манеже. К вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго много, женщин и машин. Враг не ведал дурачина. Тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Ну а этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер, он жестоко просчитался, пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек, мирный грек, мирный грек! Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся синим стюардесса, как принцесса, надежная, как и весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открыты Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне: сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу. Теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло. И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. И надо мне туда, куда 3 дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада. Пусть где-нибудь все ясно и тепло, там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо муторно, но вот нас на посадку скучно стюардесса приглашает, доступная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний закуток, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток. Париж открыт, но мне туда не надо. Взлетит и распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, а вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидают снегопада. Открытый Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, а стюардесса мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.
опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. Мерцал закат, как сталь клинка. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод зарывался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. А парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс, их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Я однажды гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб, и попавший за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала. Видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая. И решил я ее разыскать. Шел за ней, я запомнил парадное, что сказать ей, ведь я ж хулиган. Выпил я и позвал ненаглядную в привокзальный один ресторан. Ну а ей улыбались прохожие, мне хоть просто кричи караул. Одному человеку по роже я дал за то, что он ей подморгнул. Я икрою ей булки намазывал, деньги прям рекой утекли. Я ж такие ей песни
заказывал, а в конце заказал журавли. Обещания ей до утра давал, повторял что-то вновь ей вновь. Я ж 5 дней никого не обкрадывал. Моя с первого взгляда любовь. Говорил я, что жизнь, мол, потеряна. Я сморкался и плакал в кашне. А она мне сказала: я верю вам и отдамся по сходной цене. Я ударил ее, птицу белую, закипела горячая кровь. Понял я, что в милиции делала моя с первого взгляда любовь. Ты, Вов, куда глазами впилился? Переключай уже футбол. Ты в них еще не разуверился? Ну не забьет Россия гол. По щелке пульчиком трен-трен-каналом, кажется, вторым сейчас должны казать про Крым, про русский Крым. Послушай, Люсь, не трожь комбэба. А я не трогаю его. Какой есть, а все Спартак. Спартак, 5-е место. Следить бы тренера на старого. На роман с Валерием Ивановичем. Всех бывает только так. Дайте а тебе нет кино про Крым, могла бы накормить вторым. Ведь без закуски я забьюсь. Поверь, Люсь. Ой, Вов, гляди, похоже, начали. Смотри, какая красота. Крым наш, а это неудача ли? Вот только жалко, нет моста. А этот мост, скажи мне, Вов, построить много ли делов? Чё молчишь, уже готов? Ответь мне, Вов! Послушай, Люся, мостостроительство! Выговорил. Довольно сложная фигня. За тот заказ я сдал в правительстве. Да. И подковерная возня. Мост после гвоздичка в четверг построить должен Ротенберг. А если есть бюджет, проживем, так есть паром. Ой, Вов, умру от президентика. Он прямо юности секрет. И даже в трудные моментики на все имеет свой ответ. А ты вчера всю ночь нахал, меня Алинкой называл, а в морду получить готов за это, Вов? Ты, Люсь, меня не путай с тёзкою. Не путай, тебя не путаешь. Гаранта трогать не моги. Гарант, гарант. И про Алину шутки плоские. Сучка. Для соцсетей привереги. Смотри-ка, Путин описал, как Януковича спасал. За это, Люсь, как я узнал. Ой, Вов, гляди, какие пляжики. Нет, я ей голову закричу. А это кто там, в том пляжике? Я, Вов, такого же хочу. У населения спроси, а ничего, что, пардон, мерси. А ты не вежлив, без цветов, обидно, Вов. Ты, Люсь, на грубость нарываешься. Постоянно. Ты мне о вежливости, бля, Люсь? Тебе, бля. Ты сам, бля, определяешься? Тогда я сам отделюсь. Куда это? На крымской прокурорше, Люсь, я завтра, может быть, женюсь. Да? Усняшей я повеселюсь, поверь, Люсь. Ой, Вов, гляди.
офицерское, ополчение, щиты железные куют. И есть такое ощущение, что если что, по морде бьют. Я думала, что им капуша, сейчас бандеровцы придут, но их не показали тут. На что попрут? Ты, Люська, лучше помолчала бы. Я молчу же. Никто тебе не врал пока. Пока. В ответ на население жалобы. Сам Путин лично вел войска. Не надо. Они пришли не воевать, а помогать, голосовать, чтобы было 100% за. Пойми, казах. Ой, его в кино уже кончается. И снова Путин говорит. Он, бедный, так в Крыму умаялся, но все равно красив и брит. А ты, Вован, не патриот, тебе бы все наоборот. Таких не любит наш народ. Молчи, урод! Послушай, Люсь, кино хорошее. Вот. Довольно нужное кино. На телевизор это все же я. Что? Похоже, выброшу в окно. Давай антенну лучше снимем. А после я с тобой люсь, как раньше в койку завалюсь. А если не скажу «Карнаш», то что, не дашь? Пойдем на пляж. Я не любил советского народа. Дискуссия же дах и колбасе. Я не любил любое время года. Ведь пили и болели тут во все. И это чувство, что порвали парус, а в скорости кирдыка кораблю. В те времена я был уверен, каюсь, что это никогда не полюблю. И я не любил кровавых 90-х. Страны распотрошенное нутро, братковский черный мрамор на погостах, бюджетников, торгующих в метро, войну в Чечне, поддельную свободу. В ларьке поддельный Кюрасао Блю, верховную крапленую колоду, и знал, что сроду их не полюблю. Я не люблю единую Россию и всех, кто дал себя употреблять, привычных и к насилию, и к бессилию, и к травле, и к затравленности, и выдачу бабла электоратам. И это их сатрапство в полруки, с подмигиванием штатам и богатым, медвежьему рычанию вопреки. Я не люблю окурков и огарков, собой изображающих народ, и патриархов в роли олигархов, и, Господи, прости, наоборот. Я не люблю тупого шоуменства, пролезшего на первые места. Я не люблю Максимова и Эрнста и Белого, сыгравшего Христа. Я не люблю поэта с гражданином и их еженедельное кино. Они с подачи Путина даны нам, иначе их прикрыли бы давно. И всех иных, кто рожу скосоротив, в кармане фигу делает Кремлю. И всех, кто за, и всех, кто как бы против, и всех, кто в воздержался. Не люблю весь край, где снег и пробки, вони, лужи, где если кто не сволочь, то дебил. Но главное — умение сделать хуже, чтобы я потом все это полюбил. Нацисты ждут, готовятся нацмены, на выборах бардак, кранты рублю, но впереди такие перемены, что я, глядишь, и это полюблю. Пространство дури, бывшее единым, правление на потеху всей земли. А главное, поэта с гражданином, что скрашивали это, как могли.